Здесь собраны машины, которые это пылесосы, которые убирают эту пешеходную часть. Здесь собраны машины, которые моют улицы. Здесь собраны машины, которые дезинфицируют улицы. Это заменили работу дворников. То есть мы ведем механизацию работы дворников, так и говорили. Это та техника, которая занимается уборкой наших улиц. То есть полный комплекс уборки и дезинфекции наших улиц. Это также мы сегодня это покажем, маршруты, по которым ведется уборка и дезинфекция. И согласно этим маршрутам мы ежедневно осуществляем уборку и дезинфекцию в нашем городе. Ежедневно в уборке улиц, в мойке и в дезинфекции задействовано это порядка 90 единиц этой техники. На сегодняшний день здесь 40 единиц собрано. Есть участки, где ведется несколько раз в день уборка, есть где один раз в день, есть это также отдаленные улицы, где уборка ведется через день. Есть люди, депутаты в том числе, различных уровней, которые не понимают, что такое вообще труд и работа, что такое обеспечить чистоту в миллионном городе и что такое обеспечить сегодня все мероприятия, связанные с дезинфекцией и наших парадных, и улиц в том числе. Поэтому не представляют, какое количество ресурса человеческого, технического, необходимо для этого. Многие даже не знают тех возможностей, которые у нас в городе появились за очень маленький промежуток времени. Этого всего еще недавно не было. Ну, по крайней мере, 5 лет назад этого не было. 2/3 того, что вы видите, а может больше, еще не было. Это все мы приобрели в город для того, чтобы обеспечивать чистоту и порядок. И я вам скажу, этого еще недостаточно. Для того, чтобы действительно мы жили в том городе, в котором каждый себе мечтает жить. Чистом, убранном и так далее, и так далее. Для этого необходимо нам поднимать зарплаты людям, которые работают. Потому что сегодня они работают, чистят город наш, убирают его за копейки. Нам необходимо это делать, и мы обязательно будем это делать. Нам необходимо обеспечить было людей всем необходимым средствами, техникой, что мы и делаем. Мы разрабатываем все возможные у нас меры для того, чтобы было обязательное 100-процентное премирование всех сотрудников, которые сегодня, несмотря ни на что, ночью, днем выходят и выполняют свои обязанности в ситуации с повышенной опасностью. Хочу также сказать, что мы работаем, вот вы видели такие ранцы, вот сзади они находятся. Это мы так посредством закуплено их достаточно большое количество в городе. Мы обрабатываем подъезды, наверное, жители Одессы видели. Особенно уделяем внимание тем адресам, которые нам дается санврач, главный санитарный врач, области. То есть, как работает протокол, если так можно назвать. Если мы, поступила информация, что есть инфицированные коронавирусом, живущие по определенному адресу, в многоквартирном доме, нам поступает информация от главного санитарного врача в штаб. Штаб дает эту информацию нашим службам, службы выезжают по этому адресу и проводят дезинфекцию всего подъезда. И все, что там, где нам указывают представители главного санитарного врача и лабораторный центр. Буксовала немножко это у нас процедура, несвоевременная информация. Сегодня мы это все смогли устранить. И сегодня мы оперативно выезжаем по тем адресам, которые нам называют центр, лабораторный центр. И сразу проводим все мероприятия, которые необходимы. То, что мы делаем все возможное, невозможное для того, чтобы в городе была чистота, порядок и не распространялась эта зараза. Спасибо вам огромное за то, что в строю. Берегите себя, берегите семьи, здоровье, соблюдайте все меры санитарные, маски, старайтесь беречь себя. Мы, конечно, делаем много в медицине, но сегодня мы нужны городу живыми, здоровыми, в строю, для того, чтобы обеспечить город жизнью, всю жизнь деятельность города. Спасибо вам огромное.